Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Светлана Ефремова. Я рада познакомиться с вами и приветствовать вас в нашей онлайн-школе рисования. Я педагог художественной студии в городе Севастополе. У меня два высших образования, одно из них художественное. И я мама двоих детей, что не мешает мне совмещать творчество и личную жизнь. Многие считают, что занятие рисованием – это занятие исключительно для детей. Спешу вас уверить, совершенно нет. Для того, чтобы взрослому всегда чувствовать себя в хорошем настроении, чтобы был всегда заряд положительных эмоций, рисование – это самый лучший способ, проверенный способ. Хотите в этом убедиться? Познакомьтесь с нашими онлайн-курсами по акварели, гуаши, цветными карандашами, маслу для взрослых и детей. Мы занимаемся обучением уже много лет. Мы предлагаем все свои знания, весь свой опыт для вас. Оставайтесь с нами, подписывайтесь и рисуйте вместе с нами.